Сегодня у нас будет очень крутая рубрика, будем выживать на крыше небоскреба, но правила будут совсем другие. С каждым раундом здание будет все больше и больше наклоняться. И последний раунд будет вот с таким вот наклоном, когда будет на здании очень тяжело удержаться. Ну и кто будет падать вниз, будет просто тонуть в воде. И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сергей Тайм, ОлТВ, Флайн, Иртик, Плеймарк, Фуфлик, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Если Петя, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Первый раунд начался. Наклон не очень большой, но при этом будет сложновато. Я, конечно, взял немножко такую машину, хитрую, которая очень мощная. Но здесь, конечно, надо на умение. Обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ого, инерция, да, большая, пацаны? Оно вниз прям тянет. А еще круто, что эти машины разрушаются, и у них кончается бензин. Эх ты, блин, я знаю, что можно скинуть вниз, но это очень опасно. Слышал, где твои колеса? Ты что, бесколесный? Вот на этом. Эй, тихо. Так, пора уже кого-то скидывать. Смотрите, все держатся в высокой части, потому что внизу очень опасно находиться. Ты что, блин? Щенок! Упал? Упал. Все, ребята, один улетел. Нет, пожалуйста. ОлТВ, я же тебе хотел сказать, куиш. Нет, я в воду улетел. Бум. Ну, упадешь? Да. Нет. А у тебя бензин кончился, да? А. Щинок, давайте ОлТВ скидывайте. Давайте. Красиво. Вот это было очень четко. Так, осталось двое людей. Коля, ты уже упал? Да, он давно упал. А, хорошо. Но это была тренировочная. Сейчас натренируемся, и Коля выиграет. В следующем ролике. Да, если бы. Во, смотрите. Ну. Ох ты, а красиво, если бы ты его обманул. И он бы вниз улетел. Не, все-таки его скидывай, я хочу, чтобы он упал вниз. И он упал. Все, четко. Не, ну вот победите. Так, кто это у нас выиграл? Это я. Сержей Тайм, красавчик. Первый раунд закончил. Следующий раунд мы наклоняем здание еще чуть-чуть больше. Чуть-чуть. Ну такой, знаете, градусов 30 уже есть. Раунд номер 2 начался. Наклон очень сильный. Давайте Диму кидаем. А эй, да подожди, я же тебе ничего хорошего, плохого не сделал. Хорошего. Блин, класс. Так, отъезжаем. Я с вами не хочу тратиться, потому что у машины жизни тратится. Эх ты, ОлТВ, ты можешь успокоиться? Психейшн. Ага, Дима, пошел нахер. Во-во-во-во-во! Наконец-то я тебе хоть раз в жизни скину! Щенок! Да я тут при чем? Нет! Коля, ты мне скинул! Да-да! Да так же честно! Нечестно! Блин! Опа! Кто у нас выиграл? А нет, вот еще один! Эй! Что за читерская машина у тебя? Да больше эта машина не бери, это нечестно! Это тем более не важно, это картинг! Какая-то машина! Все. На тебе за то, что неправильно взял машину. Второй раунд прошел очень быстро, поэтому я наклоняю здание еще чуть-чуть. Да ну что, ну прикольно же. Ну прикольно, мне не нравится. Мне нравится. Раунд номер 3. Здание наклонено под 45 градусов. Осторожно, ну осторожно, огурец, огурчаткинцы, ну. А ОлТВ, ты видишь? Я машину опустил, и теперь ты не можешь мне ничего сделать. Теперь ты уже под меня не заедешь. И моя машина намного мощнее. Ого, накоптили, надымели, наперде. Все, двое улетело. Давай, ОлТВ, скиду их. Нет. Я должен тебе скинуть. Нет, уйди, ушел. Коля, это ты на белой машине, да? Да. Так, сейчас мы Колю зафигачим. Ё-моё. Надо подловить его. Эх ты, блин. Смотрите, уезжает. Коля, иди нафиг. Ох, машина задним ходом так плохо в горочку сдает. Так, нет, микроавтобус. Нет, Коля! Дима, не надо. Есть, я скинул. Коля, мы с тобой вдвоем остались. Да, блин. Так, хорошо. Давайте будем использовать навык своего вождения, которого у меня нету. Да блин, у меня задним ходом машина вообще не едет, когда я в горку сдаю. Есть, а вот теперь... Нет! Блин, да как так получилось? Что за фигня? Коля, ладно, ты победил. Ай, блин, это было эпично. Наклоняем здание еще чуть-чуть сильнее. Да ё-моё. Вот это наклон.
3, 2, 1. Раунд начался. Скидывайте, Дима. Да подожди. ЛТВ, знаешь, вот ты сейчас это говоришь, а я возьму тебя и сам скину. Да, стой. Флэнк, давай. Ого, я в гору тяну, даже машины могу толкать. А вы что на меня накинулись все? Вы что, ненормальные что ли? Отвалите от меня. Убери это самое свое. ЛТВ, ты можешь от меня отстать? Ты или Пучкин сын? Нет. Эй, ты пожалуйста, ну машина, ну едь, да что ты делаешь? Блин, я чутанул. Блин. Так, а кто нас живой? Я. Коля, ты взял классную тачку, это дерби. Это настоящая дербическая... Правильно сказать? Дербическая машина. Странно как-то это звучит, конечно. Выиграет сильнейший. Кто же будет лучшим дербистом? Ну, во, молодец. Блин. Хорош. Есть. Коля, а ты понимаешь, что ты в этом ролике, скорее всего, победишь? Ты уже два раза выиграл. У тебя есть два очка, плюс твое, то три очка у тебя уже. Спасибо. Наклоняем здание еще чуть-чуть сильнее. Я думаю, что следующий раунд, это когда даже машины уже будут просто лететь вниз, ничего не нажимая при этом. Раунд начался. Смотрите, какого джипа колеса конченые маленькие. Ого, подача сразу была. Надо валить этот синий джип, который с текстурой странной. Он может скинуть. Нет. Эх ты, блин, я даже просто качусь вниз, ничего не нажимая. Эй! Да ну ты можешь успокоиться? Кто это? Коля, ты можешь не трогать меня, пожалуйста? А, хорошо, ты хватит. О, уже попадало сколько людей? Я вверх даже не могу заехать. У меня передний привод. Вот из-за этого мне тяжело ехать. Есть! Отлично, мой прямой конкурент. Тихо, тихо, тихо. Есть еще один. Наконец-то в этом раунде выиграю. Наконец-то. Нет. Нет. Есть, есть, есть. Назад. И вперед. Щенок! Нет. Есть! Есть! Ах ты, блин, аж дернулся. Блин, это было неожиданно на самом деле. Наклоняя здание еще сильнее. Как пацану вот такой вот наклон. Смотрите, вот я стою просто. Я даже прыгать не могу на нем. Раунд начался. Наклон настолько большой, что даже в горку уже тяжело заезжать. Смотрите, я жму вперед, машина не едет. Один сразу улетел. А чего вы не едете никуда, слышишь? Ты, иди на. Не хочу. Эх ты, блин, я же не хочу туда ехать. Нет, не надо. А кто-то тут стоит у нас? Это я. Так, хорошо. Я Колю вижу. Ах ты, блин, как же тяжело. Да ё-моё, она не хочет назад ехать. Смотрите, я нажимаю назад, она стоит на месте. Да машина, ты можешь ехать вперед? Это очень стрёмно. Так, разгоняемся. Удар. Все, уже не осталось. Есть, один улетел. Нет. Коля сейчас улетел. Коля, я тебя не буду скидывать. Ай, блин! Да ну нет, это нечестно! Да ну как это произошло? Смешно, да, тебе? Коля, держись! Держись, Коля! Нет. Блин, круто. Так, смотрим. Нет. Ну давай, 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 ты сможешь. ЛТВ, ты же сказал, что ты шаришь в этой теме. Ты! И там надо. Там же вода внизу, ты утонул. Сейчас будет самый жесткий наклон, который можно сделать. Я не знаю, вот так вот можно будет выжить на таком наклоне? Не знаю. Это просто трындец какой-то. Раунд начался. Самый сильный наклон, который можно сделать. Если мы делаем чуть-чуть больше наклон, машины. Машины просто падают, мы их даже заспамнить не можем. Ох, как туго она едет вверх. Смотрите, малейшая пода. Успокойся, псих. Ты успокоишься? О, хорош. Эх ты, блин, красиво улетели. Это было эпично. Так, смотрим. О, еще 4 машины осталось. Иди нафиг, Коля. Коля, за тебя болит, ты должен выиграть. В принципе, ты и так выигрываешь, у тебя больше всех очков. Иди нафиг. Все, один улетел красный, смотрите. Красиво, четко, молодчик. Так, Коля, давай, я за тебя... Ну, вот, 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 подталкивай его, красиво. Да иди нафиг. Вот, давай, 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 нет, Коля, Коля, Коля. Давай, я назад. Пихал. Отлично, кстати, у тебя очень мощная машина, видишь, как она тянет у тебя в горочку? Да иди нафиг. Он такую машину, как я взял. Да он псих, понимаешь? Давай, я начал фокнем, потом один на один. Да, да, да. Он стоит, шлифует тут. Че, он меня фокнет. Ты двигатель спалишь, если ты газ не бросишь.
Ну? Надо объехать его и сверху его скидывать. Коля, пожалуйста, не делай глупости, блин! А ну тут малейший газ нажимаешь, и уже машина потом не останавливается. Это вот точно. Это наклон. Это просто жесть. Прощай. Нет, ты первый в воду упал. Нет. Ну, можешь себя успокаивать, на видео все видно. Ты проиграл. В этом честном бою дерби на крыше победил Коля. Коля, поздравляем тебя, ты молодчик. Лучше. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Пока.